Многим интересно смотреть на необычные товары, правильно? Просто там какой-то телефон или распаковать там, ну, какую-то вещь с Китая. Это интересно, конечно же, но интересно, когда вещь необычная, и ее нету в продаже на полках магазина, да? В общем-то, вот я такую вещь нашел. Не зря здесь лежит смартфон, по названию вы прочитали. Да, ребята, здесь должна быть, не знаю, как ее назвать, ну, такая штукенция, которая поможет вам добавить к айфону вторую сим-карту. Сейчас мы на это чудо посмотрим, как оно все выглядит, как работает. Вот такая коробочка здесь находится, написано Magic Car, написано Nico You Can. Так, что здесь у нас есть QR-код для скачивания программки. В общем-то, вот, смотрите, нарисован значок. Берете ваш смартфон, прибавляем это устройство, и у нас получается две сим-карты. Ну что ж, давайте посмотрим, как оно тут что. Так, вот это устройство, что ли? Ого! Нифига себе. Я в шоке. Я думал, будет она поболее, честно говоря, сейчас достану. Блин, реально как визитка. Смотрите, ребят. Ну вот, собственно, и само устройство. Смотрите, какая толщина. Тут, ну, реально миллиметра 4 максимум. Корпус у нас, ну, металлический. Как заявляет производитель, это у нас стекло с двух сторон. Имеется вот такое ушко, то есть можно его даже на ключи повесить. Ну, реально, он очень маленький. Так, давайте посмотрим, что идет в комплекте к этому устройству. Ну, имеется, ну, это просто на подложка. Так, микро-USB кабель для зарядки этого устройства. У нас устройство идет с аккумуляторной батареей. Она у нас, по идее, должна быть 450 мАч. Идет у нас инструкция. Инструкция полностью на английском языке. И идет вот такая скрепочка, как на айфоне, для того, чтобы извлекать отсюда слот для сим-карты. Вот здесь находится слот. Также рядом находится отверстие под microSD для зарядки устройства, как я и говорил. Так, ну что ж, давайте возьмем эту скрепочку. Так, вот здесь у нас имеется слот для карты. Сейчас мы его вытащим. Вытаскивается как на айфонах. Здесь у нас слот также полностью металлический и под нано-сим-карту. Так, для того, чтобы сделать из обычной сим-карты, сделать нано-сим-карту, воспользуемся вот таким вот степлером, где я его заказывал также в Китае. Ну, если надо, кому ссылку оставлю. В общем-то, все тут очень просто нарисовано. Вот здесь, каким образом вставлять карточку. Вот так вставляем. И делаем вот такое движение. Оп. Так, все. Вот такая нано-сим-карта у нас получилась. Этому степлеру уже 100 лет, я им частенько пользуюсь и даю друзьям попользоваться. Давайте примерим нашу теперь новоиспеченную карточку, подходит ли она наш слот. Все, карточка подошла, теперь вставляем наше устройство. Итак, ребята, немножко поразобрался с этим устройством, попользовался им, установил программку вот таким образом, она выглядит. Давайте посмотрим, что представляет из себя эта программа. Нужно регистрироваться в этой программе. Вот, кстати, вот этот девайсик еще и пикает. Вот видите, пишет, чтобы использовать функцию карты, пожалуйста, включите определение геопозиции. В общем-то, программка у нас полностью на русском языке. Первым делом вы заходите в устройство, добавляете ваше устройство. Здесь вводите нужные настройки, которые вы хотите выставить. И, в принципе, все. Устройство готово к пользованию. Вот у вас открывается подменю, в котором, в принципе, немного всяких окон. В общем-то, есть функция выбора языка, большой количество языков, также русский, как я и говорил, присутствует. А в звуках выбираете, что вы хотите, вибрацию, ну, в общем-то, обычные настройки для вызова, то есть те настройки, которые вы хотите принимать именно от второй карты, чтобы у вас был отдельно звонок на эту карточку, отдельные звуки были на сообщение, да, и все остальное, чтобы вы знали, что это пришло или звонят вам на вторую сим-карту, не основную, которая установлена в телефоне. Есть у нас сигнал потери LinkPhone, то есть это вот этот наш девайс под таким названием LinkPhone. Вот, к примеру, даже есть функция «Найти LinkPhone». Если вы где-то потеряли, положили это устройство и не знаете, где его найти, нажимаете эту кнопочку. У нас устройство издает вот такие звуковые сигналы. Также можно с помощью этого устройства искать ваш смартфон, если вы где-то положили смартфон. Также выставляете сигнал, какой вы хотите, там, длительность, ну, все. Все здесь, кстати, есть вот такая галочка «Помощь». Нажимаем здесь, сюда, и здесь у нас вот подготовка и основные шаги. Как подключить, вот показывается. Видите, все в картинках, что куда нажимать. Очень классное приложение, блин, вообще прям меня радует. То есть вот управление камерой, мелодии звонка.
предотвращение потери. То есть, вот видите, все написано, рассказано. То есть я особо вам не буду рассказывать, чтобы не отнимать ваше время, потому что если вы захотите это приобрести, скачайте программку, здесь все написано. Как я уже сказал, есть функция управления камерой, то есть с этого устройства можно удаленно пользоваться вашей камерой. Нажимаете вот на эту кнопочку боковую. Оп, у вас на телефоне включается программка фотокамеры. И с помощью этого устройства нажимаем опять на эту кнопку. Можно делать снимки. Подключение устройств происходит с помощью Bluetooth. Bluetooth у нас ловит примерно около 10 метров. По батарее, как я говорил вам, 450 мАч. Но, честно говоря, это очень мало. То есть, если разговаривать только по делу, куда-то звонить, да, с этого устройства, то вам хватит батарейки где-то на день. Если использовать его так конкретно, там, звонить очень часто, то там даже на день вам не хватит. Поэтому батарейка слабая, то есть каждый день вам придется ее заряжать. По интерфейсу появилось. Показывает у нас отдельно. Карточка у меня стоит МТС-овская, показывает уровень сигнала приема, показывает заряд батареи нашего устройства, показывает, что уже красненькое садится. Можно просматривать сообщения, которые будут приходить на эту сим-карту. Также заходим в контакты. Вот все контакты, которые есть на телефоне, отображаются здесь. Также можно совершать набор номера и звонить по этой сим-карте. Далее звонки и мой. Мой — это основное меню программки. В общем-то и все. Все функции. Очень удобно, ничего лишнего. В общем-то, вот такое вот устройство. Работает довольно неплохо, стабильно. Девайсик мне понравился. Единственный, конечно, минус – это его батарея. В этом минус. А так, очень удобная вещица. То есть, смотрите, вот пятый iPhone по размерам, да? По размерам он меньше, ну, даже меньше четвертого. Ну, очень маленький. Как это, визитка, как карточка пластиковая, вот такая размера. И, кстати, цена ее $39, там, 0,9 центов, что ли, на данный момент. Ну, ребята, я с продавцом связался перед заказом. Объяснил ему ситуацию, что у меня свой канал, будет видео на канале, поэтому надеюсь, что вы не против, и там траля-тополя. В общем-то, он, о, конечно, я не против, обрадовался и сделал нам такую приятную вещь. Он дал нам купон, купон на скидку. То есть, если вы захотите заказать это устройство, только для вас, ребята, для моих подписчиков и зрителей, это устройство будет стоить $31.99, ну, грубо, $32. А сейчас он стоит 39, 7 баксов вы сэкономите. Ну, тоже, извините меня, да, неплохая скидочка. Код, который нужно будет вводить, оставлю под видео в описании, поэтому смотрите, если тоже захотите. Кстати, есть, по-моему, в золотом цвете, ну, я выбрал в черном, не знаю, у меня черный iPhone, черный выбрал. Поэтому смотрите, там цвета еще у них разные, и если вы будете заказывать, напишите код from YouTube, и вы получите скидку. Надеюсь, она кому-то пригодится. Ну, на этом все, ребятки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, встретимся в следующих видео. Пока-пока. Приложение AliPrice. Можно просто перейти на AliExpress. Можно перейти сразу же с этого приложения в вашу корзину, в свои заказы, сообщения, купоны посмотреть. Все AliExpress-овские вот эти распродажи, всякие горячие товары, все в одном месте. Также, ребята, можно в этом приложении отслеживать ваши посылки. Можно любого продавца проанализировать и подумать, стоит ли у него что-то заказывать или не стоит. История цены. Можно посмотреть, действительно ли товар со скидкой. Сейчас не проверяю продавцов. Переходите через это приложение, и у вас автоматом показывает все, что нужно, чтобы выгодно купить на торговой площадке AliExpress. Поэтому, ребятки, ссылочка будет под видео на это расширение. От души советую устанавливать, и вы точно не пожалеете, еще будете писать мне в комментариях. Спасибо.